Никакой. Здесь что у вас? Первый читальный зал в библиотеке открылся в доме Пашкова 1 июля 1862 года. Но сама история библиотеки началась гораздо раньше в Санкт-Петербурге с коллекции графа Николая Петровича Румянцева в 1828 году. Поэтому есть две даты. Одна дата с момента собирания коллекции, и которую он завещал просвещению, да, народу. И поскольку у него не было никаких наследников, то эту коллекцию потом перевезли в Москву. Очень большой объем литературы стал поступать, когда стал обязательный экземпляр. Это в советское время. Сейчас фонд насчитывает чуть более 45 миллионов. 1/3 фонда примерно это на иностранных европейских языках. На иностранных языках, не обязательно европейских, но большая часть, конечно, европейских. Хотя у нас есть отдельный центр восточных литератур, где хранится литература на японском, китайском, народов Азии, Африки, других народов и так далее. Очень красиво. Да. Книга, конечно, имела гораздо большее значение, чем сейчас. Но она свое значение утратила. Здесь военный отдел. Если хотите, могу вас сейчас сводить туда на последующую. Давайте.